Сегодня около 2 часов дня на пересечении улиц Бубновой и Владимирской произошла серьезная авария. Перекресток не поделили 2 «Фольксвагена» – «Поло» и «Шаран». Машины двигались вдоль по улице Бубнова. В какой-то момент водитель «Фольксвагена» «Поло» решил повернуть налево, на улицу Владимирскую, и столкнулся с водителем «Фольксвагена» «Шаран». От сильного удара красный «Фольксваген» перевернулся. На перекрестке образовалась пробка. Водитель перевернувшегося автомобиля смог выбраться из машины самостоятельно. По счастливой случайности он не получил серьезных травм. Пассажиры «Фольксвагена» «Поло» также отделались легким испугом. В машине находились семейная пара и двое маленьких детей. Никто из них не пострадал. Громкий удар привлек внимание жителей соседних домов, но очевидцев происшествия среди них не было. Подробности аварии выяснить не удалось. Оба водителя отказались давать комментарии до приезда автоинспекторов.